Еще у меня растут подписчики сейчас, и пошли эти подкаты в Инстаграм. Турки кому-нибудь писали? Вот вы им не отвечаете, они теперь мне тоже пишут. Мне недавно написал один турок, ну, сначала поухаживал за мной, полайкал мои фотки, картинку цветов отправил, ну, добивался меня. Я чуть не поддалась. И он мне написал «Салем манкен». Я начала гуглить, что такое манкен. Оказывается, с турецкого означает «модель». Вот если вы не знали, как в жизни выглядят модели, получается, вот она красота. Капец, обидно было, засмеялись. Но иностранцы, когда пишут, это приятно, потому что они тебя хвалят. Типа, ты красивая, ты ценность. Наши парни, когда подкатывают к тебе, хвалят при этом себя. Он такой, да, я крузак продал, не знаю, что взять. То ли Камри, то ли Прадик, то ли за чайник кредит закрыть.